Вам штора всех детчика. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Под бассейном нужно постелить, чтобы не проткнуть. Там каркас идет. Там не нужно ничего стелить. Не парьтесь. Мы бы охладительный баллончик вам туда заказать. Это что такое? Давай я там подержу, с той стороны. Говорили. Я обычный комар. Чего вы сюда ко мне пришли на хату мою? Я просто тут летаю и ебаный карась. Бжж-бжж. Комары сосут. Ты нахер сосешь, горилла. Комары сосут. Ты горилла сосальная. Гориллы не сосут. Гориллы, которая первая горилла, которая сосет. Это не про меня, это про другую гориллу, которая там внизу в лесу живет. И ты ей в рот давал, да? Я ей давал в рот так просто. Гориллы давал в рот горилле. Осуждаю. О-о-о-о. Хорошая работа, Олег. Че? Такая вот система, ребята. Собираем бассейн. Если кто-то будет собирать бассейн, имейте в виду. Туда-сюда. Тут делов на 5 минут, по сути. Мы уже собрали одну часть. Там эти ребята еще что-то. Мы какие-то вот эти. И все, и нормально. В целом нормально. Как шеринги под сиденьем, мороженое из испанки. Ваня, знаешь где? Знаешь где? Мороженое в Рейме по умолчанию под сиденьем сзади. Передается? Да. Они просили таблетку. Да, что это такое? Это просто целлофан упаковочный. А, понял. С, Е, С. Ебал выпил. Понял? Ну, я. 20 тысяч за консультацию. Я решил твою проблему, по сути. Вот как думаешь, что это такое? Не, не уходи от ответа. Я же, по сути, решил проблему. Решил. Ну, слегка так. Вот так, в дырочку. Ну. Опа. А вон там. Чпук. Опа. И туда. Илюха едет. Так-то я радует факт, что бассейн, когда появится, можно просто будет в нем чилл. Просто chill and vibes. И надо категорию только будет менять, наверное. Ну что, ты стремянку собрать не можешь? Я, короче, вот все четыре вот эти штуки, вот все вот это поставил, а потом инструкцию следующую, ну, этот пазл прочитал, а сначала надо было вставлять, а потом... На каждом этапе. Да. Ты сын, бляди. Ты охуел. Где дырка? А, я думал, ты на гориллу, блядь. Хотел вообще уже пиздануть, блядь, во второй глаз, блядь. А чего тебя за него скажу? Не знаю. Не держайте меня. Да, я тупанул. И что поделать? Я он не про тебя. Он я не про горилла. Тебя. Он не про тебя. Не обижай. Он не про тебя. Он не про тебя. Пацаны, каркас не поможет от прокола. Постелите что-то под бассейн, иначе ББ. Просто если мы нальем воды, он сильно будет это давить. И если там что-то клють, то... Да-да-да, такую пленку проткнуть веткой, да охуеть. Ну, блядь, а у нас шанс, ну, типа, лучше предусмотреть этот момент. Факты, факты. Чтобы мы вот так вот счастливо могли потом сидеть, иначе мы хуй как... Причем 30 минут максимум можно сидеть, потом он пропадает. Это аренда какая-то. Похуй, шланга будем купаться. Похуй нам. Ну да, и прыгать будем тоже в шланг. Да. Нет, у меня уже кишка гурурур сделала. Да? Угу. Уйди, муха! Да уйди, муха! Пизданец. Мухич. А, Мухич! Фух. Живые, живые, все нормально. Немножко охлаждение. Фух, бля, мы не заметили, мы бассейн собирали, не видели, что нам это поплохело. Я думаю, можно пойти. Телефон холодный, а что-то никого нет. Я беременна. Ну, у меня просто понял, когда долго ничего не говоришь, иногда выплеск. На каком это месяце такая стадия? Опа, наш шурупчик нашелся. Да, и куда его? Кушаю шурупчик. Что? Что за хуйня? Я Макс Сиродея, я вам не рассказывал. Ой, Лукс, пол шурупа. Да ты как-то, у тебя какой-то это, способность, как в игре, они у тебя подсвечиваются? Все болты и шурупы. Вообще в любое место. То есть ты забиваешь гвозди? Кожу, кожу. Ну давай, вот. В Моргенштерна. Ой, девочки, что-то... Жара сегодня. Жара? Ой-ой-ой. А где? Нет, а где пацаны? Не знаю, мы только ушли с этим. А они на показуху только работают. Мы только съебались, и они сразу съебались. Вот так вот, нанимай работяг, блядь. А надо проверять нахуй, потому что... Ну, они, может, прячутся где-то в траве. Бля, конечно, да, показушники те еще. А вы где? Это что за Бритни Спирс? Бритни Спирс в худшие годы.
Токсик. Она токсик. Она здесь лайф. Это токсик. Что? 15 тысяч? Она здесь лайф. Реально? Токсик. Что? 15 тысяч эквивалент белуги. Да ну нахуй. Я все отрываюсь. Сколько он стоит? 6. Один. Ну а нахуя? А можешь, вот, а можешь как эти, как то в клипах девчонки вот так вот с водой делают? Можешь литр? Поближе. Да, да. Можешь, глаз больно. Ой. Морсика ебанем. Ой, фу, блядь. Ёбаный. Ты это вода так упала? Аккуратнее. Дилвейн обоссал водой. Я именно сейчас реально жестко. Я тоже. Здрасте. Здрасте. Саш, мы тут немножко это... А? Что снимать будет? А мы уже снимаем. Там будет скат, бассейн будет... Такая темка. Да, у нас все по безопасности, под контролем здесь. А у вас там заказ в ресторане получается, да? Пацан Константин сегодня нас обслуживает. Вареники с картошкой. Две порции? Да. Вареники, а вы похожи, у меня сынок слушает таблетку, что-то там, меня вот это мажет, нет? Че нахуй, блядь? Нам уж обознался. Обознальщики-перепрятушки, ты сифак. Пацан, плохо с баранами, запишите. Саня сифак. А что, я один остался? Минус вайп. Опа. Саня сифак. И горячий чай, чайник, я правильно понимаю? Можно чай горячий, чайник Эрл Грей? Это мой заказ. Виски 0,5, его просто залп. Это мой заказ. И наггетсы, желательно. Это мой заказ. Вы же бассейн сейчас собираетесь? Они и плавать будут, они и скатываться будут. Мы теперь только снимаемся. Ну, мы тебе посмеемся со стороны, понял? Мы вот это снимаем просто. Да, да. Вот тот уровень звездности, когда давайте, ха-ха-ха. Блин, вам что, больно, ха-ха-ха. Битва за шипушку, да? Меню гольфиста здесь есть. Меню на низ есть. Вторая подряд. Пойду я нахуй, блядь. В микросталь. Горел, что ты со мной? Блядь, под тюб все. Я не знаю, холодное, наверное, мне нельзя. Тебе вообще нихуя нельзя. Че ты выбираешь, блядь, стоишь? Время просто нахуй, нахуй, блядь. Ну чай, я вижу, здесь есть. Эрл Грей. Константин. Константин, запишите еще Эрл Грей. Слышь ты, блядь. Эрл Грей. Я разговариваю, но пацаны, ну, типа... Ну ты работаешь или как? Я сейчас телефон разобью, и весь заказ просто вы будете на другом телефоне. А мы на посмотрим. Будешь работать еще на новый телефон. Зачем? Пойду, запиши, я разговариваю, чайник. Красавчик. Роднуль. Знаешь, вот эти клиенты... Вот, сука, пятерочку которые... заходишь, там вот это вот общается, нахуй. Не, клиенты, когда официанты вот так зовут. Родной, сюда подойди. И вот так вот. Родной, а запиши нам супчик куриный. О, уже в бассейн стоит охуенно. Реально? Блин, как это так? Чувачки, слышишь? Просто они работают. Мой тебе сказал, я, говорит, их уже научил бассейны собирать. А? Почему? Слишком высокий борт, там под трамплином. Типа вот так и резко вот так? 80 сантиметров, а это метр. Не, вопрос именно, вот там переход он будет какой? А мы сейчас резкий? Наблюдаем туда. А, прям плавный? Да. Нет, он вот такой. Мне кажется, он вот раз и типа сразу вот так стоит. Он не вот такой, как ты говоришь. Он сейчас, ну, что-нибудь под низ просто сделаем, да, возвысим подложку, ее и все. И он будет метр. 4 порции обещания, мне вот так и сказать, да? Ну, приедут, закажут. Родной, поставь нам обещание в стол. Да, обещания, а все уже? Стремянку не собрал? Мы бассейн собрали, Данила со стремянкой не собрали. Его собрали. Вот так и звучат тапки. Охладились. Какой раз? Третий раз мы сознание потеряли? Да ну нахуй. Официантик. Как вы? Бэт. Плавит на солнце? Да ну нахуй. Ну ничего, сейчас бассейн доделают, водичка сейчас приедет, и будем наливать водичку в бассейн, и будем плескаться с вами. Там уже будет плюс-минус прохладненько. А голова уже тоже на викрень. Печет даже под кепкой жестко. Ничего нахуй, мы с вами в баню еще сходим обязательно. Вместе, сука. Просто в баньку. 100-градусную. И потом в ледяную воду. Пфф. Вот это оно того все. Вы это под низ делаете, да, Селимся? Да. Горилось. Я уже на финальной стадии. Прошло несколько часов. Ну да. И что? Ну я же собрал ее. Да ничего страшного, я же ничего не говорю. Идеал. Нормально? И так будет с каждой. Передайте всем. Передайте. Каждая лестница. Ну. Каждая лестница шансов будет отправлена. Сейчас. Секундочку буквально. Он укоротит, подождите. Сука, ебать, здоровый. Ты внутри здоровый. Дай я покажу. Ебану. Просто посмотрите. Ой. Что вы делаете? 1.48 метра где-то. Ой-ой-ой-ой-ой.
Метатель. Не надо. Ты укротитель или метатель, уже определись. Опасностью пахнет от него. Или психолог. Приложи. Тканевые шорты или тут могут. Не прикладывай. Ну. Не прикладывай. Приложи, приложи. Холодное, отвечаю. Но это не по понятию. Сосать как написал. Ну вот по ощущениям понял, там будет водичка, и он рухнет. Не должен. Такая отцовская тема, понял? У меня дома все тумбочки были вот такой хуйней. Папа старые пластиковые карточки всякие резал. Ну вообще да, что-то бы поувереннее сюда. Ошалеть. Инженеринг. Контролировать. Знаешь? Да. Типа я конечно. Не физик, и не геометрик, или как там, не математик. Но вот как будто не будет той скорости, чтобы залететь. Будет скорость, чтобы перелететь. Тоже есть ощущение, как будто бы. Да. Не залетишь в бассейн. Да. А вот бы нужно будет бежать и прыгать просто в бассейн. Да. По мылу вот так вот бежать, понял, скользишь по этой вот хуйне. Падаешь в бортик вот так просто. Ты сбил мою конструкцию. I'm sorry. А пацаны будут? Это я просто докоснулся. Есть смысл нам горку начинать делать? Я не знаю, ну вот когда чат написал линолеум, я подумал, это же идеальный вариант. Это супер скользкий, и он толстый, и он вообще не проколивается. Я думаю, не проткнет. Не проткнет. Просто и что, они очень фуки-муки-лаки-чу. Просто я на жизненном опыте скажу, что я... В каком опыте? Сделал линолеум. Сколько прожил, нахуй, на жизненном опыте? Сидите, нахуй. Я делал шалаш себе в деревне. И хотел сделать пол из линолеума. Ага. И чё? Положил. Ну. У меня была такая скошенная трава. Ну и в итоге что? Весь пол продырявило. Ага. Как положил тут вопрос, да? Тогда паркет пускай покупают. Параллельно земле. Пускай стелят здесь тогда профессионально на паркетчик. Давай кладочку может сделаем. Может, пока мусор приберем? Паркетчик надо звать. Не, пусть тогда уж, ну, чтобы наверняка пусть плитку делают. Сверху выложат плитку. А чего нет? Ну, такую беленькую. Чтобы она хотя бы ровненькая была. Мы на нее чуть-чуть. А потом уже линолеум, там еще какую-то подстилочку. Да, а потом уже вот такая пленка идет. Да, вообще сверху идеально. Сверху идет барашек, потом это уже. Хуяли барашек. Какой такой барашек? Сначала, смотри, кладется курочка туда, красный экран сверху. Ух. Ты о чем говоришь? Мы о потом. Мы об одном и том же? Мы не про шашлык? Про шашлык. Кладется барашек. Знаешь, обязательно нужна бутылочка с дырочками в крышке, чтобы делать... Ага. Вот и нихуя. Не нужны угли хуёвые. Ага, нужна... Угли должны только нужен прогоревшие соль, быть. Соль просто, чтобы бог, жирок не давал вот это огонь. Горячая, не соль дай бог, кладёшь, и там нормально всё. Огонь, просто ты её бутылочкой... Да, бутылочка, она, это, она жар убивает. Горит, жар убивает, оно надо тебе. Ты потушил, да, у тебя мясо не дожарилось. Ты берёшь бутылку и тушишь, когда начинается огонь. Ты видишь, она сначала должна мякоть быть, а потом должна быть сыр чуть-чуть. Но не так много, и корочка должна быть. Блядь, делают шашлык из курицы, нахуй, из бедра, блядь. Из бедра лучшее, что куриное мясо. Какое бедро, блядь? Оно грудочку режешь, грудка пока грудка сухая для шашлыка, блядь. Так ты ее замачиваешь 3 дня, ёпта, и она, сука, вся три дня, нахуй, а если у меня нет 3 дня, блядь? Значит, не замачиваешь. У меня последний день остался, нахуй. Бассейн пиздец маленький. Не, ну нормальный, компактный, реально. Пойдемте быстренько с вами прогуляемся до машины, может, что-нибудь возьмем в рот перекусить. В хаус? Что значит стоять? Стоять! А мы куда пошли-то вообще тут, блядь, трава, нахуй, травой. Вот это наш домик. Сюда заходим так. Заходимте. А, блядь, башка, сука, разболелась от жары, нахуй. Видишь его? Опа. Ой, ебать, тут вот нихуя, а блядь. Здесь уже я остаюсь. Блядь, нихуя себе. Нихуя сидит, сука. Постучаться, вдруг там проверяют кому-то пенсию. Аптечка. Так, может, там есть что это? А это можно вообще? Не знаю. Может, не будем. Давай не будем. Красиво. Блядь! А чё, Стё, мышонок, боишься, блядь? Давай. Боишься, нахуй. Можешь и здесь, и там подсветить, если надо. Да, и вот так, оп. Фу! Пиздец жарко. Я вообще не знаю, как мне выжить. Вас куда? Куда вас? Ты живёшь в домике медведя? А вы не могли бы покинуть это место? Не до шуток сейчас уже. Лучше не спорь. Вчера он ебал, набил чулу. Привет. Фу, урод, блядь. Сори, рефлекс боксерский. Что так красиво, рубашечки, вся хуйня. Смотри, там написано «Staff only». Это значит, что поднимись. Там... Поднимись. Пойдемте наверх. Go. Если кто-то срать захочет, там нету сральной бумаги. Я уж не понимаю, слышишь? Чего? Почему говорят, что бумага нужна для того, чтобы срать? Типа нужно вытирать? Забей городские, долбоёб. Mm. Отвынивают, смотри на них. На. Опа, Excel. Excel? Excel! О, нещущно. Горят? О, срочно туда. Сейчас надо сначала. Опа. Кому что рассказывал тут?
понтовался? А? Нет, просто обсуждаем аниме. Есть Наруто в чате. А ну-ка. Как, дикари будем есть или нормально? Нет, нормальные дикари. Охлаждаемся, парни. МГ, конечно. На. О, охладись. Вы такие голодные. Каковы шансы, что сегодня кому-то сегодня пизда, как думаете? Там трамплин. Как сказать, в него попасть будет тяжело. И бассейн еще не совсем широкий. То есть там удваиваются шансы на какой-то неприятный момент. Типа нет инструкции, мы просто по фотографии, типа, которая была. Да я думаю, там все понятно. Ты же байкер, ёпты. Я байкер? Бэймиксер. Бэймиксер? Это для бэймиксеров. Не отдавай стрим фрейнтеймеру, что он нас заебал. Да, мы вчера на съемках пострадали. Только что я вышел, вот я буквально на минуту я уже вспотел. А у тебя что за шрам? Где? Вот здесь. Тут? Да. Мухич какой-то. Что? Мухич, ты катухич. Нихуя у тебя там мухич, у тебя гной, блять, вы. Ой, кстати, реально. Нихуёво тебя куснул кто-то. А чё там? Мухич, блять, говорит. Так ты тебя кто, блять, укусил? Мухич, говорит, укусил. Не знаю, какой-то слепень. Блять, это еще вот ты скатился и туда еще каждый раз подниматься. Мама. Блин, там какая-то вот трава поинтереснее, что ли. Блин, здесь как-то печально. С этой вот травой. Как будто... Они говорили, сколько денег они дали, чтобы вот просто подстригли, скосили вот этот склон. Судя по всему, они не говорили. Владик на карантине. Что, ты знал то, что он на карантине? Это в целях лайфхак. Это не надо было говорить? Ну, вообще, это ну, такая информация была. Это для видео. Капец, вот заросли. Подождите, тут вы хотите сказать, что такая трава может... Но же зимой здесь этого нет, правильно? То есть она вот столько вырастает за полгода? Я биологией занимаюсь. Нет, просто у меня рядом было заброшенное с домом там территория, и там не настолько быстро росла трава. За месяц такое вырастает? Самое обидное, да. Ну понял, улететь, удариться об ребро вот это. И вниз. И сюда. И в траву, в борщевик. Удариться об эту штуку, еще бассейн, так, чтобы вот развалился, смотрите. На тебя вся вода вылилась. И слепень. И муравейник жопой. Ты видел, какая у него гной, блин. Серьезно, настолько? Два волдыря. Но там, ну, надо сразу... Это не волдыри? Знаешь, как в американских фильмах, срочно адреналин, типа вот... Не-не-не, срочно отсосать. На каталке. Кстати, пацаны, реально, яд надо срочно отсосать. Если да. Вот ну, Данилу чисто теоретически в пустыне, вот ну кобра укусила, ну сам понимаешь куда, сосал бы? Куда? Уточни. Ну, половой его орган. Это между нами останется? Ну да. Никто об этом не узнает, сейчас никто. 30 тысяч людей об этом не узнает. Нет, никто об этом не узнает. Это просто почти между 40. Нами разговор. Это какая-то... Отсосал бы. Знаешь что? Нужно... Ну, подружески. Я тебе так скажу. Нужно, знаешь, как отвечать? Ну, я типа без этих. Ну, я не... понимаю. Но... А просто как бы... Без причмокиваний? Ну, без эрогенных. Просто подружески. Ну, вообще, знаешь, как нужно отвечать на такой вопрос? Типа, если... Эксперт? Да, я именно эксперт. Давай я попробую тебе сказать. Вот смотри, Люх, например, вы с гориллой оказываетесь там, туда моё своё, там ему змея чпук нахуй туда. Если у него пенсил ниже колена, сам отсосёт. Если выше, змея не достает. Болин на гелике. Гелин-фаген-фаген-баги на гелике. Серьезные ребята сзади в кожанке. Поехали ко мне. Такая миниатюра. Горилла. А, подождите, это борщевик или кто его укусил? Ты знаешь, какой борщевик вообще? Да. Это либо оса. Вообще может быть такое просто. Тебя кусала какая-то жужелица сюда? Жужелица. Или это борщевик? Это борщевик, он на крыльях был, как жужелица. Да? Да. Ну то есть он сказал тебе как-то... Он сказал то, что я борщевик жужелица. И укусил. Я вам говорил, блядь, не трогайте борщевик. Вы нахуй заебали. Это борщевик жужелица была. Да какой жужелиц? Я ботаник. Ну. Здесь борщевика нет. Ну, как узнал? Ну, блядь, я знаю, как он выглядит. Ты думаешь, кастрюли будут стоять? Может, тебе въебать? Я говорю, ботаник. Здесь ноль. Так если ботаник, надо тебе трусы натянуть. Давай.
А, о, пошел прогресс. Похож на этого из «Звездных войнов», понял? Была такая каталась штучка. Там пишут: муравьи, это мы, за то, что вы развалили наш дом. А где был дом? Ну там были базары одни. Вам штора всех, детчика. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий. И подпишитесь на канал.